Я стрелял с душака. Нет, 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 нет. Холосайт тебе нужен, чтобы этот коллиматор делать тут у меня? Да. Нет, фишка в том, что я бежал, и около меня, около ног, что-то это самое. Такое ощущение, что пулей ебануло. Кстати, вот, вот верстак тебе нужен, нет? Он что-то взял. Я сделал уже. Да. Слышишь? Вот, вот теперь я точно слышал. Угу. То, что я тебе говорил. Доставай пистолет и пойдем щупать. А у меня пистолета нет? Я думаю, он там где-то, вот, вот та, около завода. Пойдем на охоту, короче, чувак, за мной, не отставай. Давай, я около тебя. Ну я вас убрал, если что. Да ладно, чё, мы уже убивать идем. Я имею в виду, что не полиция, он же с лазером. Он там, он там. Ты не отстаешь? Не-не-не, за тебя прям. Где он? Хуй знает. Не вижу. Зомбак бежит. Иди здесь. С него это хуета, а в общем хуйня с него это. Вон он бежит по дороге, да? Да-да-да, по дороге, ты видел? Нет. Вот забежал вот в эту вот жестяную хуйню. Вон он. Вали его. Не будем бегать. Нет, за ним, за ним, за ним, за ним. Чувак, обходи дом, обходи дом. А все, он дальше бежит. Нефси какой-то. Убей его. Он на тебя бежит, на тебя бежит. А, не, все, сваливает куда-то. Не отставай от него. Готов, готов, чувак, я его положил. Так, с него бронька. О, штаны антирадиационные возьму. А ствол есть? Ствол есть? Так, ствол. Не, ствола нету, топор. Топор. Это не он стрелял, мы спалились. Так, ну давай тогда сейчас побыстрее мы забираем все с него. Быстро все самое ценное уходим. Так, и в дом тогда надо валить, Маш. Ебать, у него тут было. Да, у нас у всех сюда. Я тебя потерял, кстати. Так, я слышу. А, вижу. Где? А вот здесь ты его убил, да? Ебать, не, блядь, бегают, хуй попадешь. Не, не, нет, не здесь, чувак. Тихо. Не, не ходи, не ходи. А, значит, ты ходи. А где я тебя не вижу? Бежит чувак голый. По-моему, со стволом. Где тебя не вижу? Назад выбегай, называй. Вот, вот в доме. А, в доме? А, он с камерой. Ну, он забей на него. Привет, чувак. Знаете, подарок. Не, мы шлем выкинули. Пошли наш дом, чувак, там скинемся. Пойдем, ты все забрал? Да. А в каком именно идем сейчас? Да пошли в маленький домик, я там скину. Не надо за нами ходить, чувак. Палить наши тропы. Секретные. Так, там иди что-то. Зомби что ли? Ебать. Да, по-моему, он точно пули хочет. И в этом фундамент стоит один. Снимешь? Патроны с него. Какие? Для с этого. Бля, чувака надо ёбнуть. И? Пускай занимается зомби, пошли от него. Блять. Говорили, чувак, не ходить. Да. С ним сполтать особо ничего. Он что-то говорил нам? Не. Молча бежал. А как его звали, а? Хуй знает. А, о, не, не это. Ты что, с нами дружить хотел? Не знаю. Мне похуй. Пошли, чувак. Ну, видишь, большой... блядь, а я знаю, где твой дом. Чё ты за мной ходишь? А, так я думал, мы идём в большой дом.
А, в большой? Ну пошли в большой. Да не, большой же. Так, а, нам сюда, пошли, ну, пошли в маленький. В ту сторону, короче. А что ну, там маленький? Ну, я там возьму, там же ствол еще лежит. А, ну возьми ствол. Беги за тобой. Да. Да, тут надо группой действовать, да? Ну, да, вот зацени, вдвоем уже как ну, подбегали. Так, зомбак. Сзади, сзади зомби. Был и весь вышел. Блять, мне уже ложить некуда. У меня патроны кончились. На дробаш. Да? А у меня осталось 6. Мало чего. Без 5. Вот, а где тут наш дом, что я, блядь? Вот тут где-то. Вон там он. По-моему. Вон он. Он? Не он. Я понял, где-то вот тут должен быть. За этими домами. А, да-да-да, вот все правильно. Все, прикинь, там чувак сидит, пасет нас, ждет. Скажет, сука, мой дом отжали. Пидорасы. Я б не удивился. Не, нормально. Все, я в доме. Я тоже. Открываем. Так, что тут положить, что отсюда... Забрать. Не будь, у него 250 камня было. Да? Угу. Ну, не у этого, который сам нам бегал, бомж, а который её убили. Так. Пистолет забираю. Это нахуй выкинуть, нахуй она лежит. Так, патроны положу сейчас еще, это ты заберешь. Камень, спану. Чувак тут крафтился, походу бегал, заебись, все лутал. Пошли такие, все отжали. Так, бронька. Вот тут его бронька одену. О, кстати, можно вот это вот сделать. Так вот. Если что, я могу делать патроны, любой ствол. Да, заебись. Где она? 6. У тебя нету еще металл фрагментов? Не. У меня есть чисто камень. Нужен? Как он называется? Стон. Стонес. Нет. Ну он там для стрел, для самодельных патронов. Так, немножко кое-что я положу тут, оставлю. Факел, например. Бумажки я заберу, патроны на автомат заберу. Шоколадки. Ой, ты слышишь, чувак какой-то? Да, я что-то слышал, но я не уверен, что я слышу. Я слышу, чувак где-то пиздит. Да, я что-то кто-то мыкнул, я слышал. Это факт. Это факт. А что тебе красная толстовка? Что за красная толстовка? Какая-то черная, не знаю. Это получается Ладхер Вест. Ага, Ладхер. Ладхер. Так, ну я в принципе как бы все. В чемодане что-нибудь будем забирать? Ну, патроны какие-то лежат. На пистолет. А, ну, пистолет? А, да, у меня же пистолет. Все. Нас. Фонарик. А как выключается он? На F. Кто-то ходит вокруг дома. Угу. Че, ебанем, нет? Давай. Доставай дрободан. Достал. Кивай, пошел. Закрыл дверь? Сейчас. Дверь всегда надо закрывать, чтобы никто не успел, что у нас там не... Пойдем сразу домой. Да, пойдем сразу домой, да. Ну тут кто-то точно есть, это факт. Вопрос только в том. Давай, ты ведешь тебя до дома. Сзади, сзади, чувак, вон. Че, отпустим его? Че, нахуй нужен, ладно. Не похож он на того, кто это сдачи даст. У кого слава есть. Блин, ты блин, дигзагами бегать, попадешь, реально. Как и хотел. Так, я думаю, с дороги надо уйти, чтобы не палиться. Ну так-то куда только? Зайдем сюда. Тут что-нибудь было пришлось, не? Нет. Радиации нет, значит, тут пункта нет. Побежим, бежим. Реально, хоть попадешь, блядь, пиздец. О, малый. Где?
О. Ты подходишь к нему такой. На! А ты где, чувак? Ты в здании? Не, вышел из него. Сзади тебе, блядь, ебать ты, блядь. А, блядь. И да я просто вниз убежал с того. У тебя за спиной выстрелили, и ты не ориентировался, не выстрелили, что ли? Да, блядь, он застреляет по всей этой самой карте. Ну, надо сидеть, потому что это понятно, откуда, блядь. Ну, так я в наушниках сижу, думаешь, как я сижу? Ну, не знаю, мне понятно, блядь, в какой стороне, что мне надо. Ну, то если бы я сидел со своими колоночками 5-1, тогда да. Если сзади звук раздался, то значит сзади по-любому. Надо в леса чего уходить, пизду светиться. Ну, иди туда, че. Через лес вдоль дороги идти бы и все. Да что мы с тобой, блядь, в кровавом угаре всех убиваем, блядь. Чувак, как будто я пизда. Надо окститься немного. Вот сзади, чувак. С камнем. Чего тебе надо? Чувак, ты камень-то убери. Да, камень лучше убери. А то я нервничаю. Тут еще лазит, чувак. Еще один. Где? Вон с топором, которого мы стали себе. Mm-hmm. Пошли отсюда, вон, пизды их. Нам вон добежать сейчас целыми до дома, похуй. На чуваков на этих. Ебать, кого-то ёбнули. Смотри, ну что там на это. Не, ничего нету. Полупали. Это с топором я хотел убить, сука. У меня топор очень есть. Не стрела, конечно, как, нет. Как минимум второй топор не помешает, кстати. Ну, вообще да. Ладно, хуй с ним. Если еще попадется, тогда ебнем его. Озлобленный выживатель. Раньше, здорово, чувак. Я говорю, чувак, иди отсюда. А хули стволы заимели? Тебе похуй. Ну хотя не скажи, он сейчас добежит до дома, все скинуть это нахуй. Да нам сейчас через город ездить, уже получится бежать. Не надо, не бери, блин. Ты что, взял? А ты там взял наверху? Нет, я к тебе убежал прикрыть. Пошли, возьмем. Можно поймать, ебаник. Сделка никто больше играть не хочет. Пиздатая игра вообще. А чё, Тёма хочет играть, не? А, не спрашиваю. Да, ну, блядь, 400 рублей зажмёт, бля, буду. Mm-hmm. Надо спросить, конечно. Дима хотел, кстати. Ну, я не знаю, Дима что-то потом DayZ свои вчера. Ну, кто ему DayZ, если он это не хочет? Чувака вижу. Ну, ладно, не будем их трогать. Даже оружие уберу, чтобы они не нервничали. Чуваки, чуваки! Еще вон чувак с ценой в одежде. Чуваков? Опасно, это объект, тут можно засечь. Ебашь их. Медведь. Ха, медведь за чуваком гонится в цене. Я тебя не ебанул? Так, вон, добывай, я прикрою. Ты добывай, у тебя что, кирка? Да. Ещё, у меня топор вроде был. Ты что, киркой долго, короче. А, у меня топор есть такой. Все. Ну, чего ты бежит по дороге? Не, дробайк, конечно, заебись, но, в принципе, не панацея тоже. Да, да. На самом деле мне больше пистолет понравился. Ты бежишь, да? Угу. А ты хочешь на F этот самый выключать свет, да? Да. Тут ну-ка. И лазер можно выключать просто. А, не выключается лазер. Я специально взял проверить. Ну там настройка указана на самом деле. Надо посмотреть. Чтобы лишний раз не палиться. А так, я уже не уверен, правильно я бегу или нет. Не, правильно, по дороге бежим, чувак, сынок. А вон труба, да. Только ты, наверное, отойди с дороги, то сейчас что-то чувак, блядь, выскочит. Ну, нахуй с ним связываться. Ой. Чё это он упал? Кто? Вот, бежал чувак и упал. Блядь, чувак. А я выстрелов не слышал. Я тоже, ну, возможно, читарок. Сзади, чувак, справа идет. Да это он просто...
Че? А чего он встал? Очень тихо тебя слышно, братан. Ты меня слышишь? Да, но плохо очень. Ты слышишь меня? А ты слышишь? Слышим мы тебя. Слышим, слышим. Тебе чего? Че он хочет? Не знаю. Ладно, давай, дайте чего. Дайте камни, ребят, чуть-чуть, пожалуйста. Дайте камни. Камни тебе дать? Камни, дай ему камни, дай ему камни, чего. Ну, я... А, они нам нахуй не нужны. О, чувак стреляет. Уёбываем отсюда. Так, шмальба. Это опять на этой хуйне, блядь, шмаляют. Вон, я вижу чувака. Давай пойдем по горам, по этим. Я встретил, убьем нахуй. С оружием, блядь. С оружием нам нахуй не нужно. А, хуй. Ага. Опять он там, сука. Да он там засел тебя, кем перед, падла. Может, сейчас бегать по-быстрому, сложиться и пойти его ёбнуть. Да. Ты тут пидора, блядь, где хочешь нас, не знаю. Опять он в этом угловом доме кем перед, походу. Ты хочешь пойти ёбнуть его? Я смотрю. Что нахуй нужен? Да вон чувак стоит, может это он стреляет голый? Он, давай к нему подойдем, выстрелим его нахуй. Давай? Ну опасно, ну давай за тебя, я считаю. Блять, чувак. Он меня волнует, потому что тут... Он, ты пестик достань. Куча добра. Да я с самого лучшего его сейчас ебану. Ну и беги вон он, короче. Вон он, видишь, бегает. Давай. Беги прямо на него. Готов. Ебать, у него тут стволов, ёптать. Нахуй кирку. Нахуй. Крой меня, чувак, я тут его чищу. По-моему, он местный, так что давай быстрее. Да, я тоже скажу. Чувак, блядь, дайте тебя. Кроешь? Да, надо уходить, братан. Сейчас я последний возьму боты. Блять. Что выкинуть? Блять, вот эту хуйту. Все, уебываем. Уебываем. Если хочешь, можешь его утонуть. Не в ту сторону ты уебывай, сюда уебывай. Куда? А, туда. Давай, 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 давай. Да в рот я уебал. Я тоже. Ебать у него стволов там, чувак, ты бы видел. Да? Да, сейчас я посложу все. Давай, давай, уебываем, уебывай. А ты все взял? Да, все стволы взял и патроны на ябаш. Ну ладно, чтобы никто не тормознул. Заебись ты убиваешь, вот так бы у меня не получилось. Но на один выстрел, блядь, башку. Да я говорю, надо в упор подходить, дай баша, и все, и башит. Вот я подбежал к нему, это просто ты меня заебись скрыл. Я думаю, если меня он даже ебнет. А он, кстати, успел меня ебануть. Да, у меня 31 хп. Ты, он тебя с дробовика, и ты ему с дробовика. Ну просто я... А, не, и он, кстати, одет тоже был в одиночку. Ну, короче, до дома, шпили прямым этим. Я тоже. У меня же руки трясутся, чувак, сейчас думаю, ёбну, пизда стволов, сколько у меня. Я говорю, такой адреналин вообще. Реально, не могу бежать. Ты как привязал, мне голый. За тобой? А, за мной? За тобой что-то привязал. Ну, давай сейчас быстрее, ладно, хуй с ним. Доходим, открываешь дверь, я захожу и все, стволы скидываю. О, блядь, чувак, двери открыты. А, ну ладно, похуй. Тут самое главное закрыто. А там дверь снесли, да? Не знаю. Сейчас я тебя открою. Правда. Чекни, 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 шрик. Дреха. А вообще-то надо, да, скидывай, короче, скидывай. Я тебя закрою и чекни дверь пока. Может, тут кемпера нас уже ждут где-нибудь. Ну, дверь открыта, я не отставлял. У нас дверь снесли, блядь. Да? Переднюю, да. Ну хорошо, что у нас дохуя дверей. Вторая. Кстати, я у него гранаты отжал, чувак, цени. Я положил вот ящик с оружием. У него тут бронька аж. Надо скрафтить железную. Походу железная вообще ничем не ломается, чувак. Да, тогда сейчас. Тогда давай первым делом сейчас тогда не чувака ебашить, а дверь крафтить.
А что две оставьте, нужно 200 это. Железо. Ну, давай поищем чё. Так. Ну ладно. Цени внизу ствол еще послажу. Давай. Все, можешь посмотреть. Сейчас еще бронь сложу все. Ебать по. Да, гранату тебе все взял. Ебать меня тут нахуй. Ой, это крутые, кстати, тот самый крутой пистолет П. Да. Ну давай, бери вообще. Так, броньку. Заебись, мы сходили. Чувак. Эти твои тоже сложу, короче. Так. И М-ка тут есть, ебать. Да. Я говорю, что там стволов ебнись, поэтому я бегу, у меня руки трясятся, думаю, сейчас ебанет. А ты понял? Кто-то нас зарбануть хотел, блядь. Да, да. А хуля, тут я живу, дом слишком палевный, чувак. То есть нам нужно делать домик где-то небольшой такой. Вокруг на месте, чтобы нахуй никто не лез. И похуй. Именно металлически нужно делать. Похуй, если металлические двери везде поставим, блядь, по 200 ну метров. Ну да, тут даже ничего им не поможет, потому что, походу, металл вообще даже взрывчаткой не взрывается, короче. Да, пиздец. То есть из металла себе дом построил, короче, и все. Я там повыкидал 250 этого самого одежды и выкинул, какие в панике. Точнее, не одежда этого самого, но материала. А-а-а. Понял, короче. Потому, ну, это из чувака полутался какого-то. Думаю, пизду. Так, еще один ящик поставил сюда. Так, зашел на какую-нибудь. Сейчас. Надо накопить на пиздатые двери. Да. Ну, давай сейчас тогда побегаем. Покупим. Пизду рисковать. Так, а где у нас лежит? Надо где-то отдельный ящик для под это. А, ну вот факел. Под что? Под топоры и всякую такую хуйку. Ну она есть, я в оружие вниз сам наложу. Ага. Там вниз откручиваю и ложу. Кирки все эти хуйки. Так, по... Да, фокус ложить. Я сам не зову, что... Ага, топоры. Так, а тут что у нас? Бронька. Отлично. Факелы. Ну, два пускай. А, у меня еще какой-то рецепт. Халочка. Так, нет, куда нет. Рецепты будем складывать? А, ну давай, к аптечке. Кровь тут дашь. Ой, я нихуя себе, ты там таблеток и нашел. Это ты покидал. Да. А, да, я, кстати, забыл, что они там лежат. Я ж ходил, туда хуй их нашел, блин. Так, а тут что такое лежит? Жрачка. Это бензин, что это такое сера. Так, уже пытался нас внести, понимаешь. Так, у меня еще 250 камня. Куда камень положить? В дерево? А, мне отдай. Ну я положил, где дерево лежит. Я его на станке храню, видишь, там в мешочках, короче. Ага. Вот. То есть, потому что там из нее крафтится стрелы всякая такая хуйня. То есть сразу, чтобы под рукой было все. Так, я предлагаю сейчас идти на промысел камня. Ой, железо. Да, надо скрипнепл достать. Так, тогда мы сделаем вот так. Где мой личный? Я личный поставил. Сейчас одежду сложу. Пизда. У нас есть. О, у нас на дверь, кажется, хватает скрипнепла. Да? Или нет? А, нет, 130. Так, дробаш я тоже оставлю тут. Чё, зачем? Да нафиг. Я сейчас побегаю по местности. При оружии всегда будь, возьми какой-то один ствол. Ну я ствол взял, я пистолет твой взял, оставлю. Угу. Револьвер, что ли? Угу. А себе на сейчас него... одену голенькое. На него, кстати, тоже можно один шаг коллиматор таким прикрутить. Интересно, как он будет выглядеть без коллиматора. Тебе дверь открыть, ты скажешь, короче, блять. Да я с это соскочу. Тебе нужно что-то. Ага. Все, ну. Погнал я. На промысел. А хотя топор взять. Подожди. Ты если опасно чуваку видишь, ты, блядь, мочи, нахуй, есть возможность. По-любому. А что, ты переоделся, что ли? Да. В принципе, логично. Но ты переодевайся на максимальную пулю непробиваемость, если не пойдешь в радиационные зоны. То есть бери вот эти вот черные доспехи, которые, короче. Они больше всего защиты от урона дают, короче. А радиоактивные складывай. Радиоактивные, то есть мы фармить пойдем, короче. Так, что я хотел? А, топор хотел взять. А что у тебя было? Только шапка и все? Не, почему? У меня все было. Ну, кроме брони. Я бронь положил туда, к себе в ящик. Пускай она лежит, я потом возьму и на рабочую положу. У меня здесь есть шапка и ботинки.
даже две шапки. Кстати, а батон на рабаш? А, вот, нет. Да, сделай, сейчас я положу. 18 минут хватит. Так, и что вот это? Вот это мой ящик. Стоит такой. Не лапочки? Да. Какой ящик? Где? Ну иди сюда. Я сюда сложил, чтобы потом прибежать, сразу быстрее все взять, полутать свое. Окей. Одеться. А блять, почему у меня какая-то хуета, блять, красная постоянно? Так ощущение, что меня пиздят, не знаю. Может, ты покоцанный просто, чувак? Да нет, 100%. Хуй знает, братан. У меня радиация, почему-то все время. А у меня радиация один, да, тоже. Вот почему она красная. Слишком облучился, что ли? Ну, или слишком много народу наубивали? Может, да, кстати. Так, сейчас по местности поищу, что там надо. Ну, может, с людьми поговорить, в принципе. Может, с соседями поговорить, что, не знаю. Может, они тебе что-нибудь дадут. Скажи там, меняй ствол П-90 на там железную дверь. Не железо, они хуй дадут. Да, вообще железо как деньги можно использовать, там пиздец. Ну оружие, крафт, пули, все там. Так что, чувак. Кстати, я повезел. Кстати, я не взял жрачки, лоханулся. Ну ладно. Я, в принципе, далеко не собираюсь отходить. Можно было нажраться перед выходом вообще, не парить. Ебать, я могу кевларовые штаны себе скрафтить. Булит 15 дают вообще, насколько мою. Типа самые крутые против пуль, блядь. А что нужно на них? А, слов платье, ультиметал и латар. Вижу, чувак какой-то бегает так недалеко. Голый? Ну, не скажу. В штанах и в шапке. Не знаю, можно убить, забрать все, а можно побазарить. Он стоит, дерево рубит. Блять, ага, ну. Карму управлять нужно. Плохих делов наделали. А как ты ходишь на именно на вы? Ну нажимать. А вы нажимаете? Что-то меня не слышно, не знаю, не слышно. Эй, чувак! Ты меня слышишь? Пока говоришь, она нажата должна. Не слышит. Далековато, наверное. Я на скале стою за километр от него. Ну ты же говорил вроде. Ну да. Так, блин, дробаш. Вот. Покинь, он меня даже не видит. Я могу сломан его убить. Бей. Да, че он ко мне собирает? Эй, чувак! Ты меня слышишь? Блин, ты такое ощущение, что он реально не слышит. Ну, наверное, не слышит, может, у него звук выключен, блядь. Фак, я бывает. Ничего, я лично нормально. Не видит. Блядь, ебать, я перед его лицом стоял. Он только сейчас заметил. И на въёбке. Прикинь. Сука. Я сзади стоял, свободно его заебаша мог снять. Потом с топором перед лицом стал, он стоит еще собирает дерево. Нихуя не видит. Ой, бля, это вообще эпик. Вон он уебывает куда-то. А не, это же другой какой-то подарок не будет. Наверное, ему есть четыре, блядь, он уебывает. Походу, тут все на измене, блядь, не так. Да не, чё, чувак камнем дерево собирал, я думаю, он не сильно так. Ну, вообще, да. О, самолет летит, походу. Посмотри, сбросит чё, не? Он нас ничего не сбрасывает. Нужно ганпауэр сделать. За скалой с другой стороны летит. Сбросил? Я не видел. В поле обзора ничего не сбрасывал. 191, ну, почти на дверь поставил. Да, вы прикинь, банду собрать тут. О, там два чувака стоят каких-то. У одного зеленые штаны вроде. О-о-о. Два разаку. Это нам выгодно. Или не, а, не. Это белый. С камнем. Привет, чуваки.
Чё, стой, не стресс, надо, да? Он твой, он друг, не он ты, друг, Миска, он дверь друг. Сломал. Это может это ты, блядь. Решим право. Ваша хибара. Так такой чувак, не убивай, не убивай, он друг мой. Ладно, пускай бегает. Все на измене я смотрю, ты. А чуваки недалеко, кстати, от нашего дома тусуются. Ну, вверх подняться. Какую-то маленькую залупу сделаем, ну мелкие чуваки. А вот смотри, около нашего дома тоже какая-то постройка. Начали делать или тоже была? Живешь? Да не, пускай ты. Особняк кто-то пытался сделать. 191 есть у нас, короче. Ну да, еще ко мне найти, короче, там из этого из железных хора. Сидишь? Угу. Ну, короче, я вот так пойду, наверное, будет нормально. Я говорю, чувак, нам и банду собрать, а человек 5, покинь. Собираюсь, что проблем. Давай, давай нашу банду, блять. У нас есть база, короче, всё. Да надо не мелких, не надо быть точно уверенным в чуваке, а то он сейчас пойдет, на нас облутает и съебётся. Ну да. Надо, кстати, сделать на выше этажи делать склад пиздатых шмоток, например. Но на этом все так оставить, да? Все самые пиздатые шмотки перетащить на следующий этаж и дверь закрыть там. Чтоб чуваки не могли взять, например. И тогда можно приглашать, в принципе, в банду. Да, можно проще сделать, можно, блядь, просто сделать доступ в дом, короче. Пускай ходит, у каждого свой будет. Этажа своя квартира, короче. А, ну да, кстати, да, 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 да. Железную дверь поставишь, чтобы никто не ломился, все. Никто ничего не сделает. Взрывчатки не взорвут. Да, кстати, это тоже заебись. Это тема, чувак, это тема. А потом ходите грабить всех. Терроризировать. Вижу, чувак какой-то бегает. Что это такое? Это Викс? А за сзади Леня, около дома кто-то какой-то тусит. Ты такой, Леня. Какие-то голые, блядь, бегают нахуй голышом, блядь. Маунтейн, горы. Чувак, тебе чё надо около нашего дома? Ты топор убей, я агрессивно выглядишь. Чувак! Чувак, дай мелочи. Ля, там Томай найдет моих чуваков, что ли, ёбнули? Там битва, блядь. Я пойду прикрою чуваков. Те пиздатые пацаны были. Да, надо. Я закон, короче. На моей территории не буянить. Давай убьем того, кто победит. Да нафига? Давай спросим, зачем он его убил? Типа мы менты, короче. Вот там еще один бежит. Чувак, за что ты его убил? Чувак. А чувак? Чувак, а? Стой, падла! Ебать, оно мне упало! Ля-ля-ля, ну опасен, опасен, чувак! Бля, выпи***ся! Ебать, он резкий. Он даже мне успел ебать, прикинь. Он стоит. Давай отрезай его, я его справа, ты слева отрезай. Хочу издалека в него поспориться. Ебать. Ебать, он читак. Он читер, реально. Читер поганый, чтоб тебе гореть в аду. Мерзкие читаки. Да, блядь, чувак, оно сейчас может что-то нас ебануть. Пидоры, блядь, пиздец. Ага. Ля-ля-ля, летает, цены. Ебать, он бегает, чувак. Да, я тебе говорю, я его хуй догнал там, поэтому. Пидоры, блядь, а? Ты смотри, нихуя совести нет, блядь. Так вообще неинтересно играть, я реально, когда читаки тут лазит. Все мозги. Мне нужен сервак нормальный. Это походу Анш Абдуль, блядь, чувак.
Вон там, не смотрел, ой, я в него попал один раз. Масленок, типа, вся хуйня, не смотрел? Не. И ты хуй соси, блядь, кто тут бежит. Ли чувак, мото морет, что-то хуй соси, вы. Анша Абдуль, блядь! Долбоёб. Значит, не нашел этот камня. Где он лазит? Хуй его убьёшь, я у него два раза карабины зарядил, блядь. Ох ты, блядь. Сука. А это ты, блядь, стой. Лечись. Да не особо. А, ну он там бегал, он около нас был, кстати. Стрелял. Ага, я ебаш. Вот он. Подбежал, я въебал. Он на дереве, блядь. Сука, он заебал, он меня хочет ебнуть. Блять, он сейчас в наш дом залетит. Летит, блядь. Я думаю, надо выходить толку-то. Давай вот сюда зайдем. Посмотрим, попадет он сюда, нет? Да. Ух ты, блядь, меня пиздит. Он зашел. Ты его ебнул, ха-ха. Да пиздился, долбоёб. Ебать, у него тут фона пиздил. Ух ты, у меня это кровотечение. Закрывай дверь. Нахуй. Да, ну как я её закрою, блядь, её нету, блядь. А-а-а. Есть у него метал фрагменты, нахуй? Так, у него тут дохуя всего есть, кстати. Сейчас я облутаю его, все скину там. Походу дело, чуваку все потырил с тех. Открывай дверь. Чувак. Так, подожди. Все, закрывай. Он нахуй. Сейчас я все в печку кину там. Посмотрим. Ебать там. Ну тут типа целая толпа читаков оказывается. Угу. Че ты открываешь? Я пишу. Матами нахуй. Сам-то читак. Читак, сука. Пидор, блядь. Так, ладно, чё хотел? Чё ты хотел? Чё ты говорил? Так, я... так, камни сейчас в печку засуну. А, да, точно. Нам нужно на дверь еще чуть-чуть, нам нужно 9. Только камень эти, железные. Металл ор кинул. А, 17 штук. Нет, ну, он вообще кинул, посмотри. А тут что у тебя лежит? Ага, вот это еще кину сюда. Все, я все кинул, все что было. Блять, ты пиздец, чувак, блять, мочил обычных чуваков, все забирал, короче, взяли в него начали стрелять. Ну, походу, какой-то недочитер, короче, блять, неуязвимый, блять, только летать умеет, короче. Да. Ебать, они боятся в такую игру играть, блять, без щитов. Я понимаю, блять, боятся в DayZ без щитов играть, там вообще хучу видно, короче, пусть там все сидят, блять. А тут вообще, блять, я вот траву выключил, мне всех видно на километр, блять. Ну, кроме того пидора, который в доме сидел. Так, топорик. Куда такой, блядь, сидеть? На нас в читерстве хуя обвинишь. Да. Все записано, блядь. А у чё как голос, как у Анши Абдуля, не смотрел? Mm-mm.
Так уж, блядь. Ну, такой хуй сосите, что там. Отвечай за звук. Ну, походу, читера, блядь, тут выебываться начали. Да хуй с ним, я ебал их. Какая разница, они пишут? Они же, блядь, ебаные шакалы, блядь. Эл. А как лазер включить, кстати? Я хочу тоже, блядь. Не знаю. G. G? Да. Ну-ка, 4. О, ништяк, все, тебе можно не без палева ходить на охоту. Да, типа, надо тебе посередине. А как вот в темноте видно? Мой лазер видно? Ну-ка, сейчас. 5 сек. Да. Ну-ка, айся подальше. Ну, не сильно, чувак, я тебе скажу, но... Ну-ка, посвети мне в лицо. Светишь? Вот я тебя в лицо свечу. Прямо в глаз. Да? Не, не видно. Так очень показывает, что ты в пол светишь. То есть, в общем, около 2 метров там видно. Так что лазер это не сильно такая напряженная тема. Долбоеб играть сильно, блять, очень важно. Блин, они под вечер вылезают, вот тут им так нормально было. Со школьники со школы приходят все. Тут М-ка и с лошаком, я смотрю. Ну, но на нее только один апдейт можно поставить. Это убогая. Так, небаш пока положу. А ты... Это... Сделал металл фрагменты, не? Не, ну посмотри, я в печку себе покидал там, а там. Я запустил, да. Ну не знаю, что-то, блядь, даже на так настроение не сбили, пиздец. Да, 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 не говорящий пиздец. Ну, нужен сервак какой-то, значит, получается, пусть даже. А тут когда на сервер заходит, написано, что античитом защищен, блядь. Сечешь там? Mm-hmm. Не, после, знаешь, к чему? Например, европейский, где хотя бы админы следят за этим делом. На европейском ты хуй с кем пообщаешься там. Ну, ну да, это да, в принципе. Так, надо жрачки взять. Ты, причем европейские, они, блядь, не защита от русских долбоевов, короче. Ну да. Не, ну-ка хотя бы я имею в виду такой сервак, где, блядь, админ следят за этим делом. Ну да. Чтобы, блядь, сразу читер, надо нахуй ему бан. Пошел нахуй. Страшно. Ой, ёбак. Да, мне кажется, тут нужно еще сделать как-то дверь так, двойную, металлическую. Сейчас я сделаю там внизу, да, металлическую. Точнее, вот тут проход как-то, дверь металлическую, что-нибудь не лез. Открой дверь. Надо общагу вообще такой сделать. Чуваки какие-то пидорасы. Если я их убивал, ты еще не знаешь, что я читер, блядь. Да-да-да-да-да. Нет, они чести, блядь. Ну, хуля, я говорю, на видео все есть. Да мне похуй, честно говоря, чем я думаю. Ну, вопрос в другом, что блядь, с такими людьми приятно играть. Сейчас я сделаю дверь. Железно поставлю на низ. Ломали нам больше нихуя. Самое главное, дома обжили какой-то. А там, кстати, еще такой же второй. Это значит, не... А может это чисто такие, знаешь, постройки как бы? Может. Автоматом регенится. Вполне возможно. Может, ключевые башни какие-то хуй знают. Угу. Типа, чтобы за них дрались. Надо наделать металлические двери побольше. Вот ты говоришь, вот так ты приглашаешь человека в банду. Не пригласишь, он ебанутый, блин. Он читак ебаный, да? Угу. Потом будет стыдно, блядь, что ты с ним вместе. Нахуй таких. Надо проверенных людей. Проверенные. Ну мелких хейзон тоже нету приглашать. Нахуй не нужно долбоебочек. Нужны такие нормальные чуваки. Пойду на крышу мира. Там, кстати, можно огоньки зажечь. Да, кстати, тут можно так-то все обставить. Надо металла дохуя. Поставил железяку. Да, я сделал такое общежитие. Заходит и ебутся. Кто около нашего дома лазит? Чё?
Кто-то около нашего дома лазит. Пускай лазит. Ладно, главное дверь закрыть, чтобы причем с факелом. Ну, не палится. Сейчас выхода факел делаем. Шаха. Ну кто-то видит дом пиздатый. Видать. Да, труп лежит. Спуститься вниз, что ли, тоже? Да, но гранаты это норм. Кстати, можно гранаты так какую-нибудь дверку открыть. Да нет, по-моему, она так не работает. Не? Только C4 так работает. Mm-hmm. Гранаты, типа, надо сначала дырку взрываешь, а потом внутрь кидаешь. Так, где? Да ты там ходишь, да? Ну, я наверху на крыше. Так слышно, пиздец, я, блядь, на измене. Быть вокруг нашей хаты трупов, блядь. Уже 2 или 3 нашел, но. Это ты там спрыгнул, да? Да. Пойду посмотреть, что тут. Жалко, тут нельзя, типа, ключи какие-то делать. Например, взял ключи, да, там, типа, блядь, отдал, короче, другой может дверь. А, вот вижу, труп какой-то лежит. Сейчас его поищу. Добре, появляйся. А, у него факела. Аптека. Ничего ценного. А, кстати, это надо, чтобы исчезло. Нахуй выключи. Есть такая проблема. Называется... О, там чувак, это ты, не ты ходишь? Это я стою на месте, братан. Я говорю, кто-то шарится около дома. Это ты ходишь? Тебе чего, чувак? Эй, бабуш. Ты френдли? Чего? Френдли, типа, дружественный. Да изи, короче, скажи да. Ну, типа того. Че он хочет? Не знаю, стоит, блядь, смотрит. Спроси, че тебе надо, мужик. Около моей, блядь, крепости охуительной. Ты, случайно, не крыса, блядь? Ой, у меня факел кончился, где второй? Пацан какой-то, школьник, ебан. Пацан, тебе что надо около моего дома? Ты камень-то спрячь. А то я нервничаю. А то я нервничаю. Блять, не видно нихуя. Либо ебашить его, либо... А ты его хуй догонишь, наверное, по этой темноте. Ну, фонарик бы, если у тебя был, был бы нам, на самом деле. А, кстати, на пистолете на этом нету? Не знаю. А да, есть. Пусть подсветку дам. А этот фонарик, блядь, светит куда-то. А, ебать, ты запилил. Ты сверху там? Угу. А ты меня видишь, фонарик светит мой? Да. А чё он как-то криво светит? Блядь, там человек со стволом, что ли? Нет, с камнем. А. Ну, два чувака с камнями. Вот тут. Бадух. Его куришь. Визар. А, это мелкие, которые там живут недалеко от нас. А ты их знаешь? Ну, которых я там встретил. Которых вот этот чувак убил. Четверок. А, ну ты поздоровайся, они же тебе помогали. Вроде. Чё? Ну, типа, скажи, чуваки, помните меня. Чуваки, чё вам надо-то? Я в дом понимаю, нихуя себе, чувак. Чувак, это война, ты понимаешь? Разбор, блядь. Разбор, я тоже хочу. Давай их ебан. Ах ты падла. Чувак, они меня пиздят. Крой. О, блядь, чувак, они меня ёбнули. Быстрее, ёбни их. Ты их ёбнул? Да. Оба покойники. Выходи, забирай свое добро. Все. Ты двери прикрой, открой. А зачем? Спрыгни. А как? Я появился уже в этом. А-а-а. За дверь закрыта.
Надо, кстати, мою эту самую перенести туда, я так думаю, да? Ну беги, блядь, забирай, пока ты не исчезли, не спизди. Да-да-да, сейчас. Я прикрою тебя. Ах вы маленькие хуесосы, блядь. Ага, блядь. Напиши, напиши, ах вы маленькие хуесосы, скажи. Сейчас увижу, блядь, пизда, ты запомнил их нити, блядь? Да-да, визарди один. А где мои все добро? Вон они, три тупо валяются. Дальше, дальше, назад, назад. А, назад? Нет, 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 не про... О, да, вот так, вот так, вот так. Вот там чувак уже лутает кого-то. На. Блять, у меня ничего нету. Ага, отлично, чувак. Вон еще один бежит, чувак, крой. Чувак, крой, 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 он меня пиздит. Я его убил. Да? Там четыре трупа уже. Угу. Сейчас я все заберу. Давай, я тебе открою дверь. Я тебе чем? Хотя я тебе сам тебе. Я тебе попал нечаянно. Да, давай, дай хуйню. Ох, сука, гандоны, сейчас пойду их заебашь, они там живут недалеко, кстати. Ну, передробаш пошел. Да, сейчас я доебаш возьму, все не стал быть. О, кто-то еще идет, чувак. Где? А, это ты? Это я иду. А, ебать, долбоеб, с дверьми бегали. Вот твой лут, чувак. Сейчас, 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 я у тебя полутаю все. У них тоже есть что. Угу. Долбоебы. На кого вы лели? А эти двое, два еще бегут, долбоебы, других, блядь. Они где-то здесь рядом живут, потому что они были же. Ну да. Или, блядь, это просто два долбоеба решили, что увидели, что тут, блядь, дохуя чё полутать. Ну смотри, ник визарди у одного. Ладно, я не знаю, открыть тебе дверь или оставить открытой? Не-не, подожди, подожди, сейчас я соберу, да зайду, скину. Не, у них тут дохуя и мясо было. Это у меня дробаша не было. Чтобы они уже пизда гребли в связи. Ну я бы не нравился ебашить. Все, все, закрывай дверь. А ты вообще все вынес? Да. В этом разборке. Четыре против не четверов. Мобила есть вся хуйня. Прикольно, блядь, с пистолетами так за ушака как. Они такие, ну, не поняли, что вообще происходит, короче. Они думали, ты один чувак. Да-да-да. Наивные ребята. Я специально с хуёво оделся, чтобы это... Этот, металл добыть и дверь сделать железную. Деревянная дверь. О, кстати, пойду, наверное, там сделаю, наверху. А там, наверное, уходит. Вообще пизда. Ты себе хочешь там квартирку забацать? Да. Вот как раз тут две двери. Просто деревянные сделаю. Знаешь, как можно было сделать, чувак? Как? Разделить вот этот этаж на две части. Одна типа часть твоя, другая моя. Тут, правда, дверь надо было сломать. Вот, вот типа вот эта твоя часть, а здесь... А, вот кстати, кстати, а дверь можешь убрать эту, не? Не знаю. Ну это надо пробовать, братан. Дуплить ее. Я думаю, можно, если долго стоять. Да, кстати, можно было бы сделать такую дверь. Или ты хочешь железную дверь поставить? Ну ты какая разница? Тут, говорю, разделим вот здесь, смотри, вот здесь так, вот перегородка. Ну да. И вот здесь перегородочку. Вот так вот, и будет двухкомнатная, две квартиры вместо одной. Да, у кстати, тебя тут уже типа склады есть, вот тут все нормально, короче. А, ну давай. Тогда сейчас я топор возьму где-то. Нам нужно балки тогда будет сделать, короче, железные. Нам нужно будет металл, короче. Да. Я вообще не уверен, что у нас получится на самом деле. Потому что сейчас надо посмотреть, сколько это все дело стоит. Может проще на туре, блядь, просто дверь поставить, наверное, и все. Да да давай, там две открыто. Ой, блядь, хочу. Че сказал? Фу, я сейчас хочу. Да давай наверху я там сделаю дверь. Или открой дверь. Ну сделай. Че не сделать-то, в принципе. Сейчас. Там, в принципе, есть комнатки, вон я сейчас две двери поставлю, да и все буду. Вот этим этаже. Ну да. Оп-оп-оп-оп-оп. И тут запилю сейчас я себе. Я все равно, наверное, разделю. Я все равно разделю вот здесь вот так. А, или... ну это да, можно сделать. А потом, чтобы типа одна дверь была, а потом я ее железную сделаю, тут уже никто ничего не сделает. Mm-hmm. Короче, вообще не правильно. Так, а открой этот самый. Дверь тебе. Угу. А зачем делить? Я потом можно тоже будет. А, ну да, надо сделить. Просто я имею в виду дверь, чтобы... потом я сделать, чтобы я и ты могли заходить. А как так? Ну вот смотри, вот она одна твоя дверь, а вот она моя дверь. Заходим, я захожу и все тут вижу. Ты заходишь и тоже все видишь. То есть тут перегородки не делать.
Давай пока все равно деревянные, сейчас так сделаем. С той стороны, помоги. Угу, сейчас я топор найду. Точнее возьму. Чуваки, наверное, сейчас там бегают возле этого дома. Блять, а топора нет второго. Думаешь чекнуть? А у меня был топор? Так, а я пистолет так и не полутал с них, покинь. Ну иди сбегай, полутай. Че ты, блядь, оставил им, что ли, блядь? Может, они уже там его забрали, блядь. Может быть, кстати, а я что-то про него забыл. Я думал, все с них забрал. Нет, там лежит еще какой-то лут. Ой, блядь, ноги сломал. Надо будет прыгать на порог. Да. О, там чувак стоит, чувак. Где? Вон, можешь его ёбнуть, скорее всего. Где? Вот он, вот он. Около меня, видишь? Я подсвечу. И вон еще один какой-то. Даш. Пускай сбегутся. А ничего не... А, вон вижу, валяется. А, тут камни. Ух ты, блять, у меня пиздит. Охуел. Я ж не устреляю, братан. Еще бы он тебе не пиздил. Боже. Нет, тут нихуя уже нет, чувак. Да там дохуя чемоданов всех. Ну, тут один его чемодан. А, не, вот он. А, во, не заебись всех. Ну ты там выкидываешь, чтобы они не оставались чемоданы. Все, что тебе не нужно, просто на землю кидай, короче, оно исчезнет. А, вот и топор, точно. Мне нужна болтовка, блядь, скрафтить рецепт. Чуваки, блядь, тут бегали, прикинь, тут столько добра могли полутать. Наверное, они хотели это сделать. Ну, блядь, им обломилось. Дайте мне автомат лучше, блядь. Да, лучше выкидывать сюда. Побольше будет. Вообще от патронов, конечно, блядь, как вообще пиздец. Они просто уходят, просто я ебу как. Надо оптика на автомат. О, вот у тебя все чисто. И открыть надо будет, да? Да. Тут опять кто-то шарится, это ты шаришься. Возможно. Суки ебаные, думаете, тут, блядь, около моего дома, блядь, будете что хотите делать, что ли, блядь? Вообще у нас порядок так-то, да? Ну да. Хуйни не происходит. Так, что, ломаем дверь? Блядь, какие-то лохи, чувак. Да-да-да, я тоже прыгаю, блядь. Пойду с той стороны зайду. А этот, ну, думает, топора нет, у меня же вроде был топор. Да у нас это было миллион, блядь. Че, сломайте, не? Правильно, мочи чуваков. О, дверь сделал, отлично. Выпрыгивай с дробашом, чувак. Какой френдли? Да пошел ты в жопу, ты моего кореша убил, козел. А кто-то вибиза? Да сейчас ты пиздец будет мелкий. Блять, еще дверь не ставится, честно говоря. Иди ты в жопу, че вы нам стреляете? Потому что ты не русская мразь. О, минус. Че, ёбнул его? Да. Бля, я еще дверь не поставил. Че, он там же бегает, да? Че, не ставится, что ли? Не, оно красным почему-то показывается. Ну ты походи по-всякому, оно никогда с первого раза не ставится. Не. Должно, смотри. А, это мои. Дай мне ее, блядь. Ну тебе оно... Так вот, блядь. Вот, она как бы влетает вот тут, такая стоит. Ну дай мне ее. Че? Сейчас посмотрю, ставится. Что вы вам сделали, блядь? А, ёбнул меня, сука, мелкая. Ну я думал, нормальные чуваки поселились. Вот попробуй посмотри. Ну ты ее не ставь, просто посмотри. Ну да, не ставится. Ну, а что? Тут порог ебаный, смотри. А-а, его надо сломать, что ли? Да. Походу, типа, шапку про дверь не ставили, короче.
Да, ну с чувака мы стволов отжали, это заебись. А ты говорил, да ну, читачку. Ну да, 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 да. А он, кстати, не сильно был одет, этот чувак, по-моему. Да, он, походу, тоже, блядь, налутался, блядь, короче. Мудил тупой. Завалил, наверное, этого пидора, который нас там валил все время. Будет хуёво, блядь, если она не сломается, блядь. Да не должна. Хули бы ей не сломаться. Патроны трачу на всяких выблядков, которые шелли. Чё вы вам сделали, блядь? Ну их можно вообще с топора ебашить, да и все. У тебя дробовик был, тебе это помогло? Не, у меня не было дробовика. Да? Да. Че ты без дробовика ходишь? Просто. Если бы был дробовик, я бы разок ебал ему в лицо. Тут только с дробовиком ходить, да. Заебал, а? Ебать. Оно, по-моему, дольше, чем дверь ебашится. Блин. Ну, может, кирхой, я еще кирхой бил. Проголодаться успел, блядь. Блять, какой-то бред. Блять, дверь сломал, теперь палево, блядь, сука. Не поставить новую, блядь, что за бред? О! О, блядь. Да дай мне две. Я поставлю. Я же, блядь, испугался. Интересно, а железную можете сломать? А железную нельзя вообще сломать. Или вообще там запредельное количество ударов? О, а теперь ставится. Сейчас только надо. Ну чё, суки? Кто тут ещё, блядь, хочет нахуй, блядь? Только зелёный появился. Проверить, френдли или не френдли, суки. О, все, чувак. Дверь есть. Френдли. Какой нахуй френдли? Вот опять. Я тебе говорю, тут надо стрелять. Не пиздеть. Нужна снайперская винтовка, блядь. Да. Он Дима подошел. Дима подошел. Че ты, Дима, скажешь? Ну это не новая новость. Из-за чего? Будешь с нами? Мы тут вообще пиздец. Чувака пошли на охоту, чувака попереебали.